Аномальные явления заинтересовали Илью еще в 90-е. Тогда на волне популярности темы НЛО в прессе то и дело появлялись сенсационные новости, которые не могли не привлечь внимание молодого человека, увлекающегося наукой. Любопытство подтолкнуло нашего героя к детальному изучению появляющихся в СМИ сообщений и обернулось десятилетиями скрупулезных исследований. В какой-то момент это очень сильно затянуло, не знаю, как спорт стал или что. Такая реальность, которая похлеще любой придумки, любой фантазии, любой утки. Просто вот иногда действительно сталкиваешься с чем-то, что на самом деле выбивается из рамок этой реальности. Благодаря сплоченной команде единомышленников Илье удалось собрать сотни свидетельств аномальных явлений по всей Беларуси. Как оказалось, наша страна – прекрасный полигон для их изучения. И речь не только о контактах с НЛО. То есть это, например, целые кластеры деревень, где происходили сотни тысяч аномальных явлений. Характерно как раз действительно большое обилие светящихся шаров. Во-вторых, это довольно много случаев происходит полтергейста и довольно много в различных заброшенных зданиях, костелах там и так далее. Паранормальная активность, то есть наблюдение неких теней, призраков, привидений и так далее. По сравнению с другими странами СНГ, в Беларуси довольно редко находят пресловутые круги на полях. Многолетние поиски в архивах помогли обнаружить лишь десяток подобных явлений. Хотя в отечественном фольклоре у них даже есть укоренившиеся названия. Было как в наше время, так это было в советское время, так это было и до революции. Известные истории о танцующих русалках, которые в полях делали круги. Вот, русалки, мавки, ведьмины круги. За годы работы участникам объединения УФАКОМ удалось найти объяснение многим таинственным явлениям. От светящихся шаров в воздухе до мистических голосов, преследующих жителей некоторых деревень. Причина их появления зачастую вполне естественная. Скорее мы стараемся смотреть беспристрастно на это и объясняем что-то только когда накапливается большое количество фактов. Большое количество фактов, измерений и прочего. Мы не можем объяснить одно аномальное явление чем-то другим. Скажем, о, призрак. Да, это же полтергейст. То есть были экспедиции довольно результативные, которые позволяли с нашей точки зрения объяснить все, что происходило в конкретном месте определенными вариациями магнитных полей или каких-то других естественных факторов с помощью аппаратуру мы зафиксировали повышенный уровень инфразвука. А как раз инфразвук, он может воздействовать на людей, на головной мозг и может вызывать определенного рода галлюцинации. Чаще всего к нам в последнее время обращаются с наблюдением китайских фонариков. То есть увидели светящиеся, летящие по воздуху огоньки, вот, оранжевые, и говорят, что это НЛО. Для того, чтобы проверить очередную сенсацию в СМИ или сообщение об аномальном происшествии от очевидца, участники объединения нередко выезжают на места событий. Во время таких экспедиций проводится сбор данных для лабораторных исследований, опрос местных жителей и изучаются архивные сведения. Илья постоянно отслеживает зарубежную литературу и последние открытия в своей сфере, а также разрабатывает собственные уникальные методики классификации пока необъяснимых явлений. Те же светящиеся шары, которые могут садиться, могут оставлять после себя какие-то материальные свидетельства, то есть ожоги на деревьях и так далее. Отверстия в стеклах, в тех же случаях полтергейста и так далее и тому подобное, которые очень сложно подделать. То есть, например, я предложил методику анализа полтергейстов по характеру плавления оконных стекол. Потому что бывают и подделки, конечно, полтергейстов. Бывает даже не то, что подделки, а бывает даже подыгрывание настоящему полтергейсту. Сравнительно новым направлением исследования для команды УФАКОМ стала криптозоология. Однако конкретных фактов белорусы пока не обнаружили. Местная чупакабра, к примеру, оказалась хорьком. Однако кое-что существенное ребятам обнаружить удалось. Очень много свидетельств встречи с какой-то гигантской большой змеей. В основном с региона Полесья. Кроме Полесья, в принципе, с разных точек Беларуси. Большой змеи, иногда ее говорят как с короной или с каким-то желтым выступом на голове. Все называют самые разные размеры, там от 2-3 метров там, до 10 метров.
Для изучения некоторых феноменов исследователи активно привлекают белорусских ученых. Так, команде удалось объяснить некоторые случаи мироточения, что стало большим прорывом для такого табуированного явления. Кроме того, многое еще предстоит сделать для детального описания уникальных белорусских блудных мест. В Беларуси, например, очень много таких мест, где люди просто теряют ориентацию. В трех соснах просто блудят. Не понимают, как, но они в малейшей рощице могут ходить несколько дней. То есть есть конкретные научные способы обобщить и понять, что происходит в таких местах. Есть к чему присмотреться в нашей стране и поклонникам вампирской темы, которая была актуальна для Беларуси задолго до популяризации Голливудом. Многочисленные свидетельства о так называемых «необожчиках» и «мертвяках» до сих пор хранятся в архивах. В Беларуси как раз упоминается у английских исследователей вот эти вот темы вампиров и вампирологии как места, где эти явления происходили наиболее часто. А мы сейчас даже об этом ничего не знаем. По всей вероятности, вот эти вот поверья о вампирах, они, во-первых, родились, когда летали вещи. Нужно было найти козла отпущения. Козлом отпущения мог стать кто угодно. Чаще всего кто-то, кто недавно умер, и его раскапывали, и ему отрубали голову, потому что это он явно делал. Ну, он умер, и началось. В нашем вот современном обществе мы столкнулись с таким, когда был агрессивный полтергейст самовозгорания. Соседки сказали, вот выкопайте там того-то вот, и вбейте икол осиновый, или там голову отрубить. То есть вот это сейчас очень популярно на Западе, там раскапывают такие девиантные захоронения, когда голова, например, лежит на ногах, или там в кирпич лежит во рту. Своими исследованиями Илья, а также его коллеги делятся не только на собственном сайте, но также и публикуют доклады в виде книги «Таинственная Беларусь». В объединении всегда рады новым участникам, особенно с научными знаниями и опытом лабораторной работы. Для тех же, кто не готов срываться в экспедиции и разочаровываться в поисках, наш герой выпустил настольную игру «Мракоборцы» для альтернативного погружения в паранормальный мир.